Укроп – эффективное средство для красоты лица и не только. Добавить комментарий. Ваш комментарий – популярные разделы «Цветы розы актуальные». Зимой – популярные статьи. Поиск по сайту найти «Строение растения». Укроп – однолетнее растение, которое за период вегетации проходит все этапы развития от прорастания семени до появления нового. Из семян вырастает небольшой росток с двумя вытянутыми листками, абсолютно не похожими на привычный нам укроп. Далее формируется стебель, сильный и высокий. На нем располагаются дважды и трижды перистые рассеченные листья. На верхушке образуются соцветия, имеющие строение сложного зонтика. Цветки укропа желтые. На их месте со временем формируются семечки в форме вытянутого эллипса, длиной 5 мм, шириной 3 мм. Семена подходят для повторной высадки и сохраняют всхожесть в течение 3-5 лет. Корневище слабое, с ярко выраженным главным корнем. Состав и калорийность. Пищевая ценность укропа на 100 грамм, калорийность 40 килокалорий, белки 2,5 грамма, жиры 0,5 грамма, углеводы 6,3 грамма, клетчатка 2,8 грамма, вода 86 грамм. Таблица витаминов и минералов, название, количество, дневная норма витамина 750 микрограмм 900 микрограмм. Бета-каротин 4,5 мг 5 мг витамин в 1 0,3 мг 1,5 мг витамин в 2 0,1 мг 1,8 мг витамин. В 4 13,2 мг 500 мг витамин в 5 0,25 мг 5 мг витамин в 6 0,15 мг 2 мг витамин в 9,27 микрограмм. 400 микрограмм витамин С 100 мг 90 мг витамин Е 1,7 мг 15 мг витамин М 0,4 микрограмма 50 микрограмм. Витамин К 62,8 микрограмма 120 микрограмм витамин РР 1,4 мг 20 мг калий 335 мг 2500 мг кальций. 223 мг 1000 мг кремний 1,6 мг 30 мг магний 70 мг 400 мг натрий 43 мг 1300 мг. Сера 34,6 мг 1000 мг фосфор 93 мг 800 мг хлор 49,6 мг 2300 мг железо 1,6 мг. 18 мг йод 2,3 микрограмма 150 микрограмм марганец 1,264 мг 2 мг медь 146 микрограмм 1000 микрограмм селен 2,7 микрограмма 55 микрограмм фтор 17,8 микрограмма 4000 микрограмм хром 20,3 микрограмма 50 микрограмм цинк 0,91 мг 12 мг полезные свойства. Зелень укропа и его семена обладают массой полезных свойств благодаря большому количеству аскорбиновой и никотиновой кислоты, бета-каротина, рибофлавина, железа, кальция, фосфора и калия. Эти вещества участвуют в формировании костной и мышечной тканей, кровеносной системы. Польза укропа признана официальной медициной. Растения добавляют в препараты для успокоения нервной системы, нормализации обмена веществ, регуляции работы желудочно-кишечного тракта, повышения давления. Медикаменты с экстрактом растения обладают мочегонным действием, поэтому их назначают людям, склонным к отекам и страдающим мочекаменной болезнью. Клетчатка усиливает перистальтику ЖКТ и ускоряет метаболизм. Укропную воду дают младенцам для снятия кишечных колик. Молодые мамы принимают настой семян для повышения лактации. Растение обладает антисептическими и бактерицидными свойствами. Средства на его основе применяют для полоскания ротовой полости при пародонтозе. Благодаря высокому содержанию витамина С укроп очищает организм от токсинов. Влияние на кожу растения добавляют в состав кремов, лосьонов, зубных паст. Укроп применяют и в домашних условиях. Компрессы из отвара зелени устраняют отечность под глазами, настои и отвары используют для умывания лица. Средства отлично справляются с воспалительными процессами, увлажняют и повышают тургор кожи. Все это возможно благодаря уникальному составу укропа, каротин увлажняет и омолаживает, витамины А и В9 предотвращают воспаление. Раздражение, успокаивают и обеззараживают, витамин Е обновляет клетки, ниацин освежает кожу, витамин С поддерживает.
упругость, ускоряет заживление ранок и ссадин, кальций делает кожу гладкой и бархатистой, магний тонизирует. Рецепты из укропа для ухода за кожей. Домашние средства по уходу за лицом станут отличной альтернативой готовым маскам, тоникам, лосьонам из магазинов. Современная косметика далеко не всегда радует качеством и эффективностью, заявленными на упаковке. Из зелени и семян растения создают натуральные средства для тонизации, отбеливания, увлажнения, снятия воспаления и отечности кожи. Маски-маски для лица из укропа решают множество косметических проблем. Натуральные компоненты увлажняют, тонизируют, выравнивают цвет кожи, осветляют веснушки и пигментные пятна, снимают воспаление, нормализуют выделение кожного себума. Осветляющие ингредиенты – небольшой пучок укропа, 15 грамм нежирной сметаны, щепотка имбиря. Как готовить и использовать средства, укроп измельчить ножом, растолочь в ступке. Добавить сметану и имбирь. Вечером на очищенной от макияжа и загрязнений кожи распределить смесь толстым слоем и оставить на 30 минут. Смывать маску теплой водой, протереть кожу отваром крапивы или ромашки. Повторять процедуру один раз в неделю. Питательное понадобится пучок укропа, 50 грамм сваренной овсянки, 3 часа. Листы миндального масла, 3 часа л. Нежирной сметаны. Приготовление и использование. Смешать мелко нарезанный укроп, овсянку, масло миндаля и сметану. Наложить смесь на очищенное лицо и оставить на 30 минут. Повторять процедуру 2 раза в неделю. Увлажняющий состав. Укроп, 1 желток, 2 ст. Листы оливкового масла. Смешать мелко нарезанную зелень с желтком, добавить масло. Смесь нанести на очищенное лицо на 15 минут, затем смыть теплой водой. Для зрелой кожи ингредиенты по 1 час. Листы измельченных мяты, цветков липы, укропа, ромашки, 0,5 литра кипятка. Приготовление, травы залить кипятком, оставить на 20 минут. Процедить, замочить в растворе хлопковую ткань с отверстиями для губ и глаз. Наложить маску на очищенную кожу лица и оставить на полчаса. Снять маску, умыться теплой и холодной водой попеременно. Компоненты для другого состава, 1 ст. Лист семян укропа, 250 мл горячей воды, 1 стакан л. Меда, 1 стакан листа жирного молока. Что делать, семена залить кипятком. Через 2 часа добавить мед и молоко. Нанести смесь на очищенную кожу на 10 минут, затем смыть теплой водой. Для жирной кожи состав, несколько веточек укропа, 1 небольшая морковь, 1 час. Листы рисовой муки, 1 час л. Крахмала, 3 часа листа нежирного йогурта. Приготовление и применение, порубить укроп, морковь мелко натереть терки. Смешать ингредиенты в пиале, добавить муку, крахмал и йогурт. Нанести на очищенную кожу на 20 минут. Затем смыть теплой водой. Для сухой кожи понадобится 2-3 веточки укропа, желток 1 яйца, 2 часа л. Оливкового масла. Укроп измельчить, смешать с маслом и желтком. Нанести на чистую кожу, через 20 минут смыть теплой водой. От прыщей в этом рецепте используют 1/2 пучка укропа, 5-6 листов мати мачехи, 1 яблоко. Приготовление, укроп и мать и мачеху положить в ступку, добавить натертое яблоко и растолочь массу до выделения сока. Нанести маску на чистую кожу, оставить на 15 минут, смыть теплой водой. Увлажняющие для нормальной кожи компоненты маски, 1 ст. Лист укропа, 1 стакан л. Творога. Для приготовления, залить кипятком зелень, накрыть емкость и оставить на полчаса. Взять 2 ст. Лист получившегося настоя, добавить в них творог, перемешать. Смесь оставляют на лице 15 минут, затем смывают прохладной водой. Для чувствительной кожи компоненты по 1 час. Листы укропа, сухоцвета липы, ромашки, лепестков шиповника или садовой розы, 250 мл горячей воды. Как приготовить, травы измельчить, перемешать. Залить кипятком, закрыть и оставить на 30-40 минут. Жидкость процедить, а кашицу наложить на лицо на 20 минут. Умыться полученным настоем, разбавленным водой в соотношении 1:1. Косметический лед ингредиенты, 15 грамм семян укропа, 10 капель миндального масла, 50 мл зеленого чая. Приготовление, залить семечки чаем, довести до кипения. Настаивать 1 час, добавить масло и разлить средство в формочки для льда. Поместить в морозильную камеру до затвердения.
Лед помогает скорректировать овал лица, подтянуть кожу, снять отеки под глазами. Кубиком проводят по массажным линиям, не задерживаясь на одном месте, чтобы не переохладить ткани. На веках двигаются против часовой стрелки. Настой состав по 1 час. Листы измельченных укропа, шалфея, календулы, тысячелистника, 250 мл кипятка. Травы залить горячей водой, оставить на 2-3 часа. Процедить через марлю и протирать настоем лицо утром и вечером. Средство регулирует выделение сибума. Другой рецепт – 1 стакан Л. Порезанных укропа и петрушки, 250 мл кипятка. Зелень залить водой, настоять 3 часа. Процедить, протирать кожу средством ежедневно. Настой избавляет от веснушек и пигментных пятен. Скраб понадобится 1 ст. Листы рубленного укропа 1 стакан Л. Молотых овсяных хлопьев долгой варки 2 ст. Листы оливкового масла. Для приготовления натурального скраба для сухой кожи смешивают все ингредиенты. Полученную кашицу наносят на кожу, слегка массируя в течение 2-3 минут, после смывают теплой водой. Для укропного скраба от угревой сыпи и черных точек берут 1 час. Лист измельченного укропа 1 час Л. Соли мелкого помола 2 ст. Листы сметаны жирностью 10%. Все ингредиенты смешивают. Средство наносят массажными движениями, оставляют на 3 минуты и смывают прохладной водой. Применяют скраб 1 раз в 7 дней, если нет воспалительных процессов. Лосьон состав, пучок укропа и петрушки, 500 мл кипятка. Как приготовить, зелень нарезать, залить кипятком. Поставить на водяную баню, закрыть и томить 15 минут. Дать настояться 2 часа, затем процедить. Перелить лосьон в стеклянную тару и хранить в холодильнике в течение недели. Используют средства для протирания лица. Лосьон осветляет веснушки, тонизирует и подтягивает кожу. Отвар компоненты, 20 грамм семян укропа, 100 мл воды. Для создания отвара семена заливают водой, кипятят 15-20 минут, процеживают и переливают в тару из темного стекла. Используют средства для протирания кожи утром или вечером, в качестве основы для масок и скрабов для комбинированной, жирной и увядающей кожи. Хранят отвар в холодильнике не больше 5 дней. Компресс от мешков под глазами понадобится, небольшой пучок укропа, огурец. Укроп измельчают, добавляют натертый огурец. Кашицу наносят на ватные диски и кладут на нижние веки на 20 минут. Умывают лицо прохладной водой. Для другого варианта берут 1 ст. Лист зелени, 400-500 мл воды. Укроп заливают водой, кипятят на слабом огне 5 минут. Снимают с плиты, охлаждают и процеживают. В полученном отваре смачивают ватные диски и кладут их под глаза на 15-20 минут. Противопоказания укроп и любые средства из него противопоказаны людям с пониженным артериальным давлением. Пренебрежение рекомендациями приводит к потере сознания, ухудшению зрения и упадку сил. Нельзя использовать укроп людям с непереносимостью компонентов растения. Это касается и наружных средств, масок, лосьонов, настоев, скрабов. Перед их применением проводят тест на наличие аллергии, нанося небольшое количество продукта на внутренний сгиб локтя. Заключение: богатый химический состав укропа делает его незаменимым в медицине и косметологии. Витамины, микро- и макроэлементы поддерживают здоровье, улучшают состояние кожных покровов. Маски, настои, отвары из укропа для лица справляются со множеством задач, уменьшают отеки, отбеливают веснушки и пигментные пятна. Улучшают тургор, снимают воспаление, увлажняют сухую и питают возрастную типы кожи. Укроп эффективен от прыщей. Домашние средства уменьшают выделение кожного сибума, отлично матируют и освежают кожу. Watch this video on YouTube.